Когда отремонтируют дворец культуры и школу номер 9 города АллатРь? Как поддержит общественную деятельность молодежи? Много вопросов было затронуто жителями АллатРя на встрече с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Аллой Салаевой. В ходе визита посетили среднюю общеобразовательную школу номер 9, где в феврале 2023 года начался капитальный ремонт. На ремонт планируется затратить более 100 миллионов рублей. Работы планируют закончить до начала нового учебного года. В настоящее время направлен пакет документов на выделение средств на строительство корпуса здания школы. Школа, несмотря на создание условий, не будет закрывать вопрос ликвидации первой смены. Вот сегодня обсудили это, и мэрия будет готовить расчет, понимание и с точки зрения количества учеников, которые должны учиться, перспективы развития и сколько необходимо средств для того, чтобы дальше расширяться. Нуждается в капитальном ремонте и дворец культуры в АллатРе. Однако для его проведения потребуется немало финансов. Подготовлена проектно-сметная документация на внешнюю отделку здания и кровлю. Сейчас она проходит экспертизу. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Алла Салаева пообещала найти деньги на ремонт здания. Но аллатерцам придется постараться и самим. Она отметила, что дворец культуры должен стать не только местом для пения и танцев, но и местом притяжения. Обратились к Алле Леонидовне и по поддержке общественной деятельности молодежи города. У нас есть проект уже, примерно в котором мы хотим увидеть место, где молодежь будет объединяться, где она будет между собой общаться. То есть место такое, такая точка кипения, где молодежь будет собираться и обсуждать свои идеи, свои мысли. То есть такое место, где она могла бы собраться. Алла Леонидовна побывала и в АллатРском краеведческом музее. Своеобразие экспозиции музея заключается в большом количестве подлинных документов и предметов в профессионально оформленных интерьерах, воссоздающих картины жизни старого города. Не может не радовать музей краеведческий, который, конечно, получил новое дыхание. Да что уж там новое дыхание, которое, безусловно, через некоторое время станет значимой точкой на карте России с точки зрения истории нашей России, истории купечества, стрельцов, Ивана Грозного, Екатерины. Мы знаем, что АллатРь – это древнейший город, который обладает и энергетикой, и ценностями. Деловое путешествие Аллы Салаевой завершилось встречей с местным руководством. Милена Алексеева, Республика.